В Ангарске вынесен приговор двум железнодорожникам, виновным в сходе 30 вагонов. Было доказано, что причина случившегося – нарушение требований дистанции, сигнализации, централизации и блокировки при ремонте стрелочного перевода. Мужчины признали свою вину полностью. Суд назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на год и 6 месяцев. Напомним, сразу 30 вагонов с углем сошли с рельсов около станции Мегет в январе прошлого года. Общая сумма ущерба составила 42 миллиона рублей.